друзья, сегодня мы едем на остров Джарелгач. Вот так это проходит. Вот люди, которые отправляются туда на теплоходе. А пройти температурный скрининг и отправляться к теплоходу. Так, вот мы вышли тут, сразу кафешка, вон, кушать готовят. И вот проход сразу же в открытое море идет сюда, буквально два шага. Смотрите, какой песок белый. Тут сразу при входе есть туалет и переодевалка, для раздевалки. Вот навесы и там дальше маяки. И с дерева можно самому в теньке сесть. Тут волны немножко есть, на той стороне волн не было. Вода чистая, конечно, очень, но холодная. Смотри, какой песок белый. Песок белый и море такое красивое. Бирюзовое.